Вот, еще час покатаемся, наверное, все на этом. Сейчас солнце уйдет, будет холодно. Оно за гору заходит. Так, теперь по доскам. Значит, я вчера неправильно сказал. Обе доски, позавчера, обе доски 159. Это Gnu Dirty Pillow. Это Billy Goat. Здесь классический BTX прогиб, а здесь C3 BTX. То есть, как сказать, она, конечно, жесткая, но вот для такого сейчас катания, когда все полумягенькое такое, она просто идеальна, потому что эту надо подлавливать. Вот когда до этого было чуть пожестче, и следы какие-то тратрака там и так далее были, я прям ее подлавливал на скорости. Ну, страшно. Она из-за своей банановской формы, она не очень валит. А у тебя как? Валит. Не издевайся, а. Ну что, скажи еще, ну валит и что? Ну хорошая доска. Хорошая доска.